Давай, пап, садись, пока Женечка там расставляет. Да твою мать! Что, мы полетели? Давай, поджигай уже план отхода, давай! Я не могу сесть в этот вертолет! Места не хватает, все в динамите! Равно! Давай, давай, вставай! Куда? Пиши! Ты чё вы б***ете, дебилы, нахрен? Я слышал, что вертолет заел. Ай, блядь. Я чувствую нарезки чистые с фейлов у меня будет в конце. Хочешь интересных и веселых видео? Заходи на канал Lion Project. Угарные глюки в играх, веселые прохождения и упоротые приколы. Заходи, не пожалеешь. Ура, ребята, мы снова с вами все вместе отправляемся в путешествие на самолете. И опять мы где-нибудь посредине моря разобьемся, наш самолет взорвется или еще что-то произойдет. Дорогие зрители, делайте ставки. Если вот мы разобьемся, то ставьте лайк. Да ну, папа, тебя в жопу, мне кажется, не разобьемся, не накручивай, поэтому, кто думает, что не разобьемся, ставьте большие пальцы вверх. А ты, Женечка, как думаешь? Вот я не знаю, ну, ребята, давайте напишем в комментариях наше мнение. Вот я все-таки думаю, что мы разобьемся, я согласна с Игорем, вы напишите в комментариях, как вы думаете. Ну ладно, посмотрим. Ну вот, как я и говорила, да? Впрочем, ничего нового, ой. Папочка, Энечки, вот что нам теперь делать? Не знаю. Мне кажется, мы разбились на каком-то острове, и я вижу здесь какие-то постройки. Подождите, а стоп, а кто был за рулем? Не знаю. Вот алло. я предлагал, чтобы я там сидел, у меня же есть какие-то навыки. А там лётчик, вот... алло, ты где? Там-то проблема, по-моему, за рулем никого-то не было, просто как-то Да. Лётчику просто не понравилась наша компания, он сразу выпрыгнул, нас оставил одних. Ну ладно, нам нужно искать помощь какую-то, тут, кстати, особняк какой-то есть. Я вижу вертолет, кстати, сразу. О, все поняли, вертолет. Мне кажется, это спасательная операция, мы можем вернуться на этом вертолете домой. Да. А мне интересно, кто тут живет? Может, тут вообще нам повезет, никого не будет, мы просто стоим этот вертолет и домой. Пошли, пошли. Мне кажется, здесь какой-то миллиардер живет. Смотрите, как здесь все круто обустроено. Здесь явно кто-то приложил свою руку. Ну это же необитаемый какой-то остров. Давайте посмотрим. Так. Ну а как тут вот. Тогда здесь это все? Непонятно, где мы просто разбились. Телефонов у нас тоже нет, так что. Нифига себе, три машины в гараже, вертолет. Нифига. Про машину. Смотрите. А двери открыты. Опа. А кто это? Ярик. Ярик, ни хрена себе, он себе заработал на особняк. Ярик. Офигеть. Смотрите, тут даже золото. Золото, сейф, ни хрена. Ярик. Я тут Ярика немножко своровала, но... Так. Там, это тоже у меня... Женечка, смотри, я уже припас себе. А с кухня. Офигеть. Пойдемте похаваем. Давайте. А давайте на перегонки, кто съест вот это все. Давай, о, Женечка, давай будем начинать отсюда, а? Вот давай. Готов? Раз, два, три! Я не знал, понимаешь, это пацаны рулят, пацаны. Пацаны. Понял, Женечка? А ты смотри, сколько тут хавчика везде, золото везде. Офигеть! Тут все-то. А смотри, там еще кто-то сидит, смотрите. Кто там сидит? Вика. А, это жена, наверное, Ярика, да? А мне кажется, она сейчас, видишь, она какая-то тупая, немая сидит. Ну, устала. Загорает, не мешайте. Загорает. У него просто мозги уже это, спеклись на солнце. Покупать в бассейне, всегда мечтал покупать. Да, бомбочкой. Опа! Я тоже. Сальто, 360, разворот. Офигеть, я не знаю, покажешь еще раз? Да, смотри. Давай. Смотри, Женечка. Опа! Видела? Жестко. Папа научил. Нифига. А Ярик, мне кажется, не умеет, он слишком тяжел. Так, давайте, знаете что? Посмотрим второй этаж. Да. Он стал богатым и жирным. Пошли. Так, пойдемте. Пацаны, то есть я для тебя уже пацан, все понятно. Я сказал пацан, я же папе своему пацан говорю. Там, кстати, вертолет. Тихо, папа. Идите там вертолет. Папа, Эрички, ну ремнем поможешь шлепай. А шлепай ремнем. Так, отдел. Я тебя пацаном назвал. Пацан. Так мы же... Так. Так, успокойтесь, смотрите, что тут есть. Тут вертолетик. Ребята, кажется, у меня есть одна идея. Ярика, ты там не хочешь тут кофейка сделать? Мы тут пока твой вертолетик посмотрим. Две ложки сахара, пожалуйста, две ложки. А мне без сахара и с молочком. А мне с булочкой. Нормально, так.
Так, Ярик, ты иди, а мы тут пока там посмотрим вертолетик. Что там? Давай, давай, да, 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 быстренько, пока Ярика нету. Так, кто будет за рулем, а? Эчка, ты пилот, давай. Не-не-не-не-не! Я помню, как он был в прошлый раз пилотом. Последний раз у меня вот ожог до сих пор на коленке. Ну давай, повторится история с самолетом. Давай, Женечка, садись. Ну давай, давай, сяду. Давайте быстрее, пока Ярик не пришел. Так, я уже взлетаю. Так, натужилась. И. Мне кажется, нет бензина в вертолете. Мы совсем как-то не продумали. Или мне нужно быть пилотом, Женечка, вообще что-то. Давай, давай, давай. Давай, 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 я попробую, давай. Давай. Я сказал. Да, да, бензин, да, бензина нету, бензина нету. Так, а где бензин? Он там, вон, смотрите, там типа как навесик. Ну давайте посмотрим. Давай, давайте, чтобы Вика не заметила, чтобы Ярик не вернулся. Меня мы тут просто купаемся. Вика, там прям. Так, я просто вот так вот забаррикадирую. Да, 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 есть, 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 есть. Так, Вика ослепла, все, она ничего не видит. Да. О! Что? Она замурована, не переживайте. А, нормально, нормально. Так, быстренько бы. А, Ярика нет, Ярика. А где он нафиг? Кухня же тут. Нет, мы просто проходим аккуратненько, все, наверх поднимаемся, не переживайте. Эдичка, канистру неси быстрее! Да, 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 подождите, подождите! Чё, чё? А может мы золото возьмем всё-таки? Нахрен золото, да давай, пап, вернём, папа, вернёмся домой богачами нафиг. Купим себе новый телевизор, купим! Обратно! Нет, мы будем работать честно. Ай, мы всё это! Зёлета забирай, да, сейфы, сейфы. Это вы будете виноваты, папа. Я сидеть не буду, так что всё. Купим новый телевизор! Слышишь, папа, телевизор купим новый, чтобы футбик смотреть. Рояль-то зачем угнали? Смотри, Жень, смотри, какая комната крутая. Спальня. Да. Офигеть. Стели уже быстрее. Да жди ты. Люстру берем. Все, берем, все забираю. Так, Эдичка, побежали, а то сейчас. Давай, 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 золотой телескоп, давай, давай, давай. Еще вот это заберу, еще вот это. Компьютер, новая модель, ни хрена себе, Женечка, помоги сломать его. Нет, лучше не буду на него нажимать, он какой-то страшный. А ладно, оставим, оставим. Темнеет. Давай. Так, значит, что мы делаем? Заправляйте. Я пока тут... Да, 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 да. План отхода, план отхода, думай. Давай, давай, папа, садись быстро, быстро, я заправляю. Слушай, да подожди ты, подожди, ты не могу сесть нормально. Все, быстрее заливай, кто-то идет. Вот идет. Все, 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 взлетаю, взлетаю, взлетаю. Поджигай, поджигай. Быстрее, быстрее, я быстрее. Быстрее. Мне кажется, Ярик себе новый купит, ничего страшного. Блин, а куда лететь домой? Вспышка слева, вспышка справа. Ой-о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 й-
Отлично! Ну зато план удался, зато сбежали с острова. Да. Ура. Только непонятно, куда. Да, непонятно, в какой стороне дом. Женечка. А давайте сделаем ставки. А вот сейчас вот Эдичка нас уронит с этого вертолета. Вот я считаю, что мы долетим спокойнее. Я тоже так считаю. Да, кто так считает, ставьте лайк. Кто так не считает, ставьте большой палец вверх. Не забывайте про это. И про комментарии тоже никто не забывайте там, да? Ага. Так, ну что, с Богом, в удачный путь, летим! В общем-то, ребята, мы уже встретимся в следующей серии, куда мы там полетим! Ой-ой-ой-ой-ой, давай продолжай! Так, продолжай! Так, все, ребята, всем пока! Да, всем пока!